поток и отток иностранцев в Бельгии велик. Татары сюда приезжают по работе, по учебе, по семейным обстоятельствам и по многим другим причинам. Кто-то живет здесь полгода, а кто-то и десятилетиями. Не все татары еще знают о существовании Союза татар Бельгии. В Бельгии давно не было, и никогда не было татарского общества, и мы его создали. И это не то, что благодаря только нашим усилиям и желаниям. В основном это была раскрутка имиджа вот этого бренда. И самая главная задача, цель была достигнута масс-медийными средствами. Подробнее о Союзе татаров Бельгии Лили Валеева рассказала молодым журналистам на мастер-классе, который состоялся 8 декабря в Высшей школе журналистики КФУ. Главное – это возможности, которые Союз татар Бельгии создает для тех, кто ностальгирует по татарской культуре. Татарами в Бельгии проводятся Сабантуй, Навруз, День татарской кулинарии, выставки и многое другое. Но мы не говорим, вот мы общество, созданное в таком-то году, настолько-то членов. Мы просто говорим, даем им рецепты национальных татарских блюд, пошаговые рецепты с фотографиями на их родном понятном языке. И внизу пишем, кем это создано. Вот так мы завоевали доверие у местной европейской публики. Студенты с большим вниманием слушали спикера, смотрели фотоальбомы проделанной работы Союза татар в Бельгии. Кто знает, может, в будущем они свяжут свою профессию именно с этим делом. Елизавета Евтифеева, Руслан Уразаев, Универньюз.